Елена Антоновна. Ну, сейчас вы продолжите эти музыкальные наши собеседования. Давайте попробуем. Пожалуйста. Елена Камбурова давно поет песни композитора, написанные им для кино. Сейчас вы услышите романс из фильма «Станционный смотритель. Я ехал к вам» на известные стихи Пушкина. Я ехал к вам, живые сны за мной вели с толпой игривой, и месяц с правой стороны сопровождал мой бег ретивый, и месяц с правой согласны с чувствами души.